Вот уже на протяжении последних месяцев в Нижнекамске, впрочем, как и на территории всей Республики Татарстан, действует ряд правил и ограничительных мер, затрагивающих вопросы посещения общественных мест. Продолжается активная вакцинация населения. Казалось бы, коронавирус должен был ретироваться, однако появление нового штамма внесло свои коррективы. На сегодняшний день 25 классов с учащимися из 11 школ города находятся на карантине. Такое решение принимается, если 20% учащихся уходят на больничный. Эпидемиологическая ситуация, связанная с заболеваемостью COVID-19, у нас напряженная. В последнее время она усложнилась циркуляцией нового штамма вируса. Это всем известный омикрон. И в связи с этим у нас фиксируется увеличение случаев заболеваемости ковидом. В Нижнекамском муниципальном районе зафиксирован рост числа заболевших среди детей. Такое увеличение специалисты связывают с появлением нового штамма омикрон. Характерные особенности этого вируса, этого штамма, поскольку заболеваемость в последнее время фиксируется у детского населения, примерно в 4 раза у нас возросло количество заболевших детей. Обращаюсь и к работодателям, к руководителям крупных наших градообразующих предприятий, чтобы они среди работающего населения начали активно ревакцинировать своих сотрудников. Потому что на сегодняшний день другого способа защититься от этой инфекции нет. Несмотря на увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией, а также всплеск сезонных простудных заболеваний, повода для паники пока нет, уверяют специалисты. Вводить какие-то дополнительные ограничительные мероприятия и ужесточать их в области обязательности дистанционного ухода людей на, допустим, какой-то локдаун не видим. Это понятно. Тем более то, что есть опыт и дистанционного обучения. Значит, педагоги его и родители оценивают как негативный, поскольку это крайне вынужденная мера, но на сегодняшний день она ничем, скажем, не обусловлена, и на сегодняшний день на дистанционное обучение предпосылок уходить нет. На сегодняшний день в образовательных учреждениях у нас ситуация стабильная. Мы делаем, выполняем все предписания, которые нам дает Роспотребнадзор. Это утренняя фильтрация, это проветривание, это работа рециркуляторов. Также у нас классная система обучения, чтобы детей меньше было контакта. Для того, чтобы беречь себя и своих близких, нижнекамцам советуют прививаться и ревакцинироваться, а при посещении общественных мест соблюдать все возможные антиковидные правила. Носить перчатки и маски, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. Екатерина Короленко, Айгуль Хисматуллина, Фахри Исламов, Н-Медиа.